Можно говорить об открытии абхазского участка дороги. Я не думаю, там препятствий слишком много для того, чтобы об этом можно было говорить с серьезной вероятностью. Что касается осетинского участка, опять же, я довольно скептично к этому отношусь. Я неплохо представляю себе ситуацию там. Но, в принципе, исключать вообще, что при форс-мажорных обстоятельствах можно будет попробовать включить Рокский туннель как часть пути, я не могу. Другое дело, что я не думаю, что это может произойти быстро. Что вот что-нибудь такое произойдет прямо в 2018 году, не знаю, я был сомнен.